Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехала новая часть по Far Cry 2. Bad boy is a game. Так, ну что, в общем, я получил задание у СНС. И нам нужно уничтожить генератор, от которого запитан передатчик деревни Виллигал. Или постречаться с Хакимом, и он предложит свой исход. И нам снова нужно доехать, получается, до почты, чтобы получить задание от Хакима. Поэтому сейчас я просто отправляюсь на почту. Сразу пишите, кому что забрать. Вдруг кому там что-то с Алиэкспресса пришло. Ха-ха, шучу. Так, по-моему, здесь и блокпостов нет, кроме вот этого непонятного, который не отмечен на карте. Я не понял, столб снесли, а машина не едет. Столб снесли, а машина не едет, это печально. Так, я надеюсь, я в правильном направлении еду. Но вроде стрелочка показывает, что нам туда. А вот блокпост. А, ну нам вообще чуть-чуть, я понял. Нам вообще еще чуть-чуть доехать. Тут, где мы в прошлый раз искали, как туда забраться. Так, где-то здесь мы вроде поворачивали. Или не здесь. Блин, вот это дерево. Слушай. Короче, я, наверное, так добегу. Опа. Я, видимо, проехал этот подъем. Это вообще неудобно, это почта, блин. Так, а где-то здесь получается, да? Должен быть подъем. Тропиночка вроде такая была. А вот где она? Это тропиночка. Так, возможно, это вот эта тропинка. Да. Раз тут машина стоит. Короче, бросаем тачку, и все равно криндец пришел. Это почта? Ты что, мигаешь? Хочу рассказать тебе подробнее. Значит, там босс нанял тебя уничтожить Радио Свобода. Передачи идут в эфир с 10-секундной задержкой, и он всегда держит руку на кнопке выключения. Он сидит в деревне. Вы уничтожите его, не так ли? На радиостанции убеди ведущего слегка изменить сетку вещания. У меня есть текст, который надо прочитать в эфире. Афот пригласил сюда наблюдателей инспектировать клиники. Хотят покрасоваться перед мировой общественностью. Посмотрим, что скажет эта общественность, когда народное ополчение разорвет ублюдка в клочья. Моего текста достаточно, чтобы начать бунт. Правда, в нем о нашем госте мало, но люди верят всему, что слышат. Особенно по радио. Есть, правда, проблема. Я нанялся к нему водителем. Когда начнется бунт, мне понадобится помощь. Ну, конечно, куда? С ним проблем не будет. Куда без этого? Погнали. Так, и нам теперь получается... А, ну, вообще недалеко, да? Слушай, а если я... Так, если я тут спущусь, я тут не заберусь. Так, или заберусь. Вот там.
Давай попробуем. Попробуем немножечко сократить. Не все же на машинах передвигаться. Можно и немного вплавь. Серьезно. Блин. Ну алло, это же это простой пригорок. Ты сможешь. Тут... А тут закрыто, короче, ребят. Тут закрыто. А если я... Давай тогда в ту сторону хотя бы пойдем. Возможно... Возможно, там есть подъем какой-нибудь. Но сейчас проверим. Уже снова темнеет. Мы вот вроде только гоняли ночью. Да, здесь типа какой-то водной базы. А я смогу ножом ему харакири сделать? Блин. Молодой чемодан, а вы куда собрались? Музыка вообще крутая включилась. Так, смотрим, куда... Ой, далеко нужно двигаться. Так, можно тогда встать. Я хотел стелсом. Ой, музыка закончилась, значит, мы что, всех перебили? Этот лежит, отдыхает. Кто здесь? Ты диджей? Здесь ничего ценного нет. Ты украсть что-то хочешь? Я не понимаю. Ты зачем здесь? Что такое? Ты диджей? Ты диджей? Блин. Я сейчас... Я радио твое уничтожу, если не будешь говорить. Считаю до трех. Раз. Пора умирать, ублюдок. Два. Ты будешь говорить? А ты чё, охренел? Полагаю, министр мертв. Не уничтожай радиостанцию, пока не заставишь диктора прочесть мое сообщение. А, так это не диджей был. Блин, ну... Мог бы сразу сказать, блин, что ты ни при чем, блин. Так, министр. И мне теперь что, куда двигаться? О, вообще ехать нужно отсюда. Так, валим, тогда валим. А я могу туда по реке? Нет, по реке я туда не могу. Нужно за тачкой. Кажется, я что-то вижу. Так, кто что видит? Кому выколоть глазки? Ракетницу он хотел в меня. Какие злые детки попались нам. Слушай, а как мне вообще отсюда выбраться? Есть какие-то предложения? Или по реке? Походу по реке здесь двигаться нужно. Где-то здесь еще спрятан. Ладно, эти алмазики искать. Пофигу на эти алмазики. Предлагают делать ноги. Блин, сейчас должно что-то сзади взорваться, чтобы я эффектно нырнул в воду. Видимо, ничего не взорвется. Так, подожди.
Короче, мне просто до вышки доплыть, а там я разберусь. А это дорога, слушайте, а это дорога, может быть... А, она по земле не ездит, да? О, машина. А я возле... А, да, это точка. Я слышу, тут кто-то затягивался. Уверен, что тут что-то есть. Стой, где? Здесь. Давай проверим. Где они? Здрасте. Ты куда собрался? Да черт, чтоб тебя! Все. Полежи, подумай над своим поведением. Погнали. Так, пулемет у нас на крыше. Значит, я чувствую себя более безопаснее. А, мы здесь уже ездили. Ребят, я проскочу. Взяли... Ой, за мной там ребята собрались ехать. Тогда придется с ними поговорить немного. Нет. А кто там собирался ехать за мной? А вот они. Мальчиши, плохиши, вы куда вообще едете? Давайте бросайте эту затею. Я вот предлагаю вот так угол сократить. Это, а что это было вообще? Блин, ты меня чуть не задавил. Оф, меня чуть не задавили. Да, вот это я что-то не понял. Что здесь взорвалось? Что я там опять натворил? Ха-ха. Так, что, машина дымится? Нет, звук у двигателя какой-то странный. За нами вроде никто не едет. Так, мою тачку повредили. Ну. О, а что ты не стреляешь? И это застряло. Да серьезно? Еще один патрон был. Ты что, тут перезаряжаться собрался? Просто пистолет, автомат, все заклинило. Так, окей, пистолет работает. Теперь нужно... Все. А ты откуда вообще пришел, дядя? Ты че?
Так, и чё мне получается? У меня для тебя особое оружие. Погнали. Предлагаю прям туда ворваться на всех парах. Взять пулемет. Не совсем понимаю, кто по мне стреляет. И откуда? Ладно, пойдем так. А, у меня патронов. Патроны есть. Интересно, простреливаются здесь деревяшки. Но они меня отлично через деревяшки простреливают. Вот это СВХ вообще играет. Так, вроде всех, да, зачистили? Так, я видел, тут потрошечки лежали. Как же мне показалось, красное что-то горит, нет? Так, ну это просто алмазик. Это просто алмазик. О, так мне еще ехать и ехать. Можно я заберу свою тачку и уеду? Я-то думал, я уже доехал до нужной мне деревни. Ну, блин, сорян за новенького. А как мне вообще ехать? Короче, я фиг его знает, как вообще туда ехать. Наверное, все-таки придется как-то бежать. Все, опять заклинило. Так, надо будет оружие поменять. О, аптечка. Аптечку заберем. Видимо, раньше река была, высохло все. Лодки. Да. Так, мне. В следующий раз будешь прямее. Тогда, возможно, у тебя что-то и получится. Я. Хочешь, чтобы я в эфир что-то прочел? Зря время тратишь. Паун, отпусти! Давай, читай. Ладно, как хочешь, но никто никогда этого не услышит. Что это такое? Мы прерываем эту песню для очень важного сообщения. Блин, ну я не буду это делать. Крокодилы доставили нам шпиона. Он притворяется чиновником из Минздрава. Шпион хочет отравить наши колодцы. Яд искалечит наших детей. Вы слышите? Ваших детей. Допустить этого нельзя. Мы должны вместе остановить шпиона. Сейчас же. Его джип на шоссе южнее Велигова. Не дайте ему добраться до пустыни. Я прочел твою глупую записку. Теперь уходи. Ну пошел ты. Так, все. Уничтожить генератор, от которого запитан передатчик в деревне.
А, так все-таки уничтожить его тоже нужно. Но сначала надо было заставить. Так, и мне просто... Получается, ага, туда ехать по дороге. Все? Это вот это генератор? Да. Круто. В убежищах появился склад боеприпасов. Репутация улучшена. Спасибо, друг. А где дом? Отлично. Так, подожди. А, мне же его теперь спасти надо. Блин, на тачке гриндец. Так, ты там живешь? Ну, я понял. Просто в самое начало. Ну, погнали. Блин, вот эта игрушка очень интересная. Но ее по стелсу не используешь, к сожалению. А так вот что-то подрывать, это очень прикольно. О, это баги. Меня ждет баги. Мне кажется, он там можно, да, будет проехать? Или вообще вот здесь, ну-ка. На баги-то вообще можно проехать хоть где. Ну-ка, давай аккуратненько вот здесь. Да? Слушай, вот так. Небольшими тропками. Хаким, ты главное там держись. Я уже в пути. Когда движ за Париж тут. Блин, все серьезно? Кто? Ты куда собрался? Блин, что, я теперь не смогу на ней ехать? Не, слушай. А, у меня дымится, да? Ну давай. Ну давай доедем, чуть-чуть. А я потом тебя починю. Что, все? Всех? Всех разобрали здесь? А где вообще мой чебурек? Так, ну он, наверное, свалил. А нет, вот он. Думаю, ты че, как? Последний. Проклятое колено. Я пока останусь здесь, потом догоню. Ну давай. Ну что ж, ребят. Вот так мы вмешались в судьбу этой страны через радио. Не дали злодеям провернуть то, что они там хотели. Всех хочу поблагодарить, кто досмотрел до конца. Следующую историю мы уже узнаем на следующих видео. Так что там и увидимся. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. Пока-пока.